Всем привет, на связи Федор Васильев, и сегодня я вам расскажу о новых фишках Gridbox версии 2.2.2 версия. У нас обновление произошло 19 числа, несколько дней назад, и сейчас вы видите несколько дополнений и исправлений. Также вы сможете их посмотреть на сайте разработчика. Давайте посмотрим, добавлено несколько маркеров для плагина Gridbox Google Maps. Посмотрим, что это такое. Мы используем Google карту. Переходим в настройки и сразу видим, здесь есть такой плюсик. Например, первое пишем. Ульяновск, Ульяновская область. Находим город. Вот увеличиваем, например. И прямо по месту на карте кликаю левой кнопкой мыши. Вот таким образом, видите, устанавливаю маркер. Дальше нажимаю плюс, если мне необходимо на карту установить еще один маркер. Пишу, например. И ставлю маркер еще. И так столько, сколько вам нужно. Дальше мы можем установить свою иконку. Нажимаю плюс. Для этого мы нажимаем напротив, вот здесь такой есть карандашик. Нажимаем плюс. Здесь загрузить маркер выбираем. Загружаем какую-то картинку. Плюс. Нажимаем галочку. И нажимаем в любом месте, где нам нужно установить свою картинку. Мы можем добавить всплывающий текст к этой картинке. Возвращаемся в карандашик. Отображать информацию в окне. И внизу описание. Пишем, что хотим отображать в этом окне. Пишем какой-то текст. Ставим галочку. Вы видите в всплывающем окне этот текст. Вот он. Можем закрыть. Если кликнуть по иконке, опять всплывает. Нужно сказать, что данное поле поддерживает HTML. Значит, мы можем сюда прописать какие-то теги. Например, заключим наш текст в тег H1. Вот таким вот образом. Галочку. И вы видите, текст стал более жирным и большим. Дальше нажимаем здесь галочку, сохраняемся. И у нас здесь с вами будет все хорошо смотреться. Дальше. Пользовательский формат даты. Например, вы ведете блог в Gridbox, и у нас есть вот такая вот дата, да, когда мы создали пост. Переходим в админку нашего сайта, переходим в сайт, и в самом низу есть выбор даты с разным отображением, как нам нужно. Выбираем любой другой, нажимаем галочку «Сохранить», обновляемся, и видим, что дата у нас изменилась. Дальше добавлено link picker. Что это такое? Переходим на наш сайт. Например, у нас есть кнопка. Заходим в настройки. И теперь нам не придется писать вот здесь вот ссылку вручную, если это какая-то внутренняя ссылка на сайт. Если внешняя, то проставляем ее здесь. Если какая-то ссылка внутренняя, то здесь мы нажимаем, вот он, link picker. И очень легко здесь у нас будет отображаться все наше меню. Мы выбираем нужную страницу или меню, main menu, кликаю, например, о компании и нажимаю на кнопку сохранить. Все, данной кнопке будет присвоена ссылка автоматически здесь. Вот такие вот новшества на сегодня в Gridbox 2.2.2 версия. Если информация для вас была полезна и вы хотите изучить данный компонент Gridbox на уровне профессионала, то я предлагаю вам пройти мой обучающий пошаговый видеокурс для начинающих. Ссылка на презентацию данного курса будет в описании под этим видео. Также ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если видео вам было интересно. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, ссылка будет в описании. На этом я с вами прощаюсь и до нового видео, друзья! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга.
Готовый КМС. 3 года на рынке. Молодой хостинг. Это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы. И даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.